насколько красиво цветет хрен. Ой, а как же он пахнет, это не передать. Запах обалденный, не скажешь, что это хрен. Ой, как же вкусно, каким-то медом прям таким. Привлекательно. Цветки мне очень хрена нравятся. Мне нравится, как он цветет, насколько вот они красивые, цветочки. И даже вот листва, вот эта вот ботва, тоже хрена нравится. Она очень тоже симпатичная. Но вот эти листочки, это что-то с чем-то. Если бы можно было передать запах. Он еще не весь распустился. Я представляю, как это будет красиво. Ой, какой пьянящий запах. Вкусняшка. Ну, действительно, когда полностью распускается, выпускает вот такую метелку, она очень красивая. Ну, такой вот, не помню, как он называется. Тоже, когда вот он весь распускается, фотографии около него красивые. Такой пушистик-пушистик. Тоже очень красиво цветет. Такая шапка. Изобилие цветочков. Ну, пахнет он не так вкусно, почти не пахнет. И вот цветочки ежевики. Вот это цветет по-другому, но она попозже цветет, пока она не цветет. Или цветет? А, цветет, наверное, но вот как-то совсем не так. То есть, что значит сорт другой и цвет другой? Как он собирает с этого. Все шмели здесь. Ой, дерутся за цветок. Сколько шмелей. Ну а что, такие цветочки большие, конечно. Есть за что подраться.